Привет, это сингл. Продолжаем мы выживать в Project Zomboid, и это история рыжего. В прошлой серии я занимался постройкой базы, насколько я помню, потому что прошло 2 дня с момента записи этого видео, прошлого, если быть точнее. Вот, но что я точно помню, это то, что мне нужна была плиточка. То, что мне нужна была плиточка. Вот плиточку я сейчас и подниму. Белая плитка, поднимай, поднимай. Все на свете поднимаю и перекладываю ее туда. Так, давай до фула наберем все это дело. Скинем в машину, а там посмотрим, сколько еще. Слишком тяжело для инвентаря, окей. Погнали в машинку, это все сложим дело. Ух ты, сила вкачалась, не бывало такого никогда. А, тут у меня доски пооставались, окей. Ладно, сейчас, наверное, заскочим домой. Наверное, все-таки мы сейчас домой заскочим. Хотя, я думаю, что мне хватит местечка в машине. Так, ну и белые пакеты, их тоже надо будет куда-то деть. Одену я их вот сюда, а остальные вот сюда. Тогда мне точно хватит места. Так, вот так и вот так. Все аккуратненько, все не спеша. Спешить нам некуда. Рисковать будем попозже, когда поедем в вылазки. Так, поднимай. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, я полный в инвентаре, да? Да, 30-ка. И сейчас сразу же там будем в гараже плиточку эту укладывать. А потом, я не знаю, поедем искать еще места, где она там есть вообще. Так, вот это, вот это... Вот это. Слишком тяжело для инвентаря. Окей, поехали. Поехали на базу. Кстати, кушать хочется очень сильно. Незначительная боль. Наверное, голова болит, да. Так оно и есть. Хотя... Не, ладно. Не буду уже возвращаться ради пары плиточек. Сейчас заодно и посчитаю, сколько мне их нужно. Давай заводи шлякшля. Машинка чисто для того, чтобы по городу кататься. Доски, кстати, тоже надо будет выложить. Освободим инвентарь. Так. Тут разворачиваемся и заезжаем на нашу любимую красивую базу. Кстати, кое-что хочу проверить. Я, по-моему, там установил модификацию, которая позволяет убирать вот эти вот тайлы. Сейчас я только пол уложу. Полы поукладываю и будем посмотреть. Такс. Тут только так. Также явно красивее, правда? Мне тоже нравится. Такс. Так, с этим разобрались. И вот для удаления вот этих тайлов, по-моему, там нужна или лопата, или что-то типа такого. Уже трава выросла прямо на асфальте, ого. Или я не устанавливал. Или я не устанавливал эту модификацию, я не помню. Но, по-моему, то, что я ее нашел, это точно. Но нужна, наверное, лопата. Давайте сейчас быстренько проверим. Хочу избавиться от этих тайлов дурацких, некрасивых. Так, давай лопату, вот эту мою любимую штыковую. Совковая лопата нам не нужна. Блин, вот с этими трещинами тоже надо будет что-то делать. Но опять же, это нужно будет набрать песка. Что еще я хотел проверить? Жаровня. Модификацию автокукинг я, по-моему, нет. Тоже не установил. По-моему, вроде. Ну, установлю попозже, не проблема. Давай-ка сейчас что-нибудь покушаем. Такого интересного. Что у нас там, кстати, по весу? 78. Непорядок. Непорядок. Давай-ка ешь вот эту тему. И давай еще одну. Депрессуху словил. Блин, ну я бы тоже словил, если бы сухомятку 2 пачки какого-нибудь сушеного гороха схавал бы. Кто угодно словил бы депрессивное состояние. Так, ну-ка проверим. Копать? Нет. По-моему, не установилось. Я хрен его знает.
Не, не установилось. Значит, я не поставил. Такс. Поставил, не поставил. Давайте увидимся после паузы. Вы знаете, я и автокук, и вот этот ремув дебрис я установил, но почему-то... Почему-то оно не работает. Видимо, на уже существующих сохранениях работать оно не должно. По всей видимости. Даже вот кнопку разобрать не работает. И кнопка поднять тоже не работает. Ладно. Уж как есть. Но сборочку-то я обновлю. Сборочку-то я обновлю, и вы сможете этим всем делом пользоваться. Ну и ладно. Подожди, так, я не сюда. Не сюда хотел. Не сюда хотел. Доски вот эти вот выкладывай. Чтоб они в машине не валялись. Так, вот это собираем. Дальше. Пакеты эти тоже забирай. Вот эти пакеты забирай. Плитку давай сюда, а все остальное в инвентарь. Так, вот так. Не влазится. Ну и окей. Зато гараж у нас будет отменный теперь. Так, 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 так. Ага, все. Да, осталось здесь. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Так, ну зато будет очень легко посчитать. Сколько мне еще такой плитки нужно будет перевести? Так, и в машине там еще осталось. Так, мусорный пакет. Давай поставь один пока что. А в него мусорные пакеты. Потом уже разберемся со всем этим делом. Тут в инвентаре у меня ничего нет? Нет, у меня ничего такого и нет там. Так, мусорные пакеты давай тоже забирай. Самое главное их тут потом не забыть. Или нечаянно не выбросить, а то я плакать буду. Так. Давай плитку забирай. Так, все, с машины я все повытаскивал. Так, и вот эту белую плиточку выкладывай вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как хорошо получилось и удобно посчитать. По-моему, у нас 10 клеток оно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, 10 на... Еще 40 плиток нужно таких притараканить на базу. Поехали за ней. Нам не так уж и далеко нужно ехать. Ворота, кстати, нужно тоже будет построить. Это по-любому. Это по-любому нужно будет сделать. И будет очень классно, если... Не, мне все равно придется еще ехать в одно место, вынимать оттуда плитку. Так, поднять. А нет, поставить кнопку взял. Так, поднимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. И давай ее в рюкзак. Подожди, девять? А, я что-то не... Знак выхода? Я знак выхода взял? Да, слушай, оставим себе, почему бы и нет? Где-нибудь примастырим на базе. Пригодится. Так, тут все. Тут получается все. Тут остались только лишь доски. А вот еще плиточка белая. Не, не поставить, поднять. Раз. Не-не-не, зеркало мне не нужно. Два, три, четыре. 5. Слишком тяжело для инвентаря. Ну вот и пошли выкладывать теперь все это дело. Отсюда мы позабирали все на свете. Так, выкладывай это, выкладывай вот это. И выкладывай вот это. Так, тут 10 штук и еще 8 у меня. Еще надо 20. 22 штучки надо еще. Где бы нам их взять? А я знаю где, но только я, наверное, на базу поеду сейчас. Будем ночевать дома. Будем ночевать дома.
Потому что это не дело ночевать на улице. Когда у нас есть возможность переночевать. Кстати, подожди, вот этот знак. По-моему, там нужна лопата, но у меня ее с собой нет. Надо будет тоже его взять. Мне показалось... Видимо, мне просто показалось, ладно. Все, сейчас начнется у меня шиза, как у пожарного Майка было. Что буду слышать везде зомби, когда их нет. Так. Тормози, дядьку. Туши фары. А, фары ты, конечно, молодец, что потушил. Это ветер всего лишь. Я думал, это зомби рычат где-то. Так, это давай сюда. Вот это давай сюда. Странные звуки начинаются. Раз, два, три, четыре, пять. И вот эти плиточки выкладывай тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три. 4. Да, 22 штуки нам еще нужно. Так, а где этот знак? Остался в машине, наверное. Угу. Знак выхода. То можно где-нибудь тут его присобачить будет. Да, почему бы и нет. Правда, его не так видно будет хорошо. Хотя вот, почему бы и нет. А, он еще и светится. Вообще хорошо. Вообще прекрасно. Так, ну что... Что там по генератору у нас? Один день, 19 часов. Завтра заправить надо будет. Завтра надо будет заправить. Спокойной ночи. Так. Просыпайся, спящий красавец. Так, мне тут ничего прокачивать не надо. Ну, кулинарку можно было бы, конечно, прокачать, но... Такое. Легкий шаг и скрытность я еще даже не начинал качать. У меня по нулям опыта. То есть я в стелсе вообще не существовал. Кстати, та самая капуста, которая у меня есть, вот эти 60 качанов, и больше, чем 60. Ее можно будет потратить на прокачку звероловства, то есть тех самых зайцев ловить. Но нужно ли мне это? Я думаю, что нет. Будем посмотреть попозже. Так, ну мы пока что поехали. Поехали пока что дальше. Заводись, пожалуйста. Хорошо. Это я прям хорошо сделал. Надо будет поправить. Вообще оттянуть ее к стенам куда-нибудь. Так, еще я сейчас хочу заехать вот сюда. Тут же типа кафешка или что-то типа в этом духе. Тут, по-моему, тоже белая плитка. Да, я ее уже вижу. Замечательно. Так, поднимай. Что ты поднял? Современный уличный фонарь? В смысле, а где он был? Внутри здесь? А зачем? Подожди. Да, лол. Раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 есть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Не-не-не, не то. 9. 9. 9, значит, это 19. 20, 21 и 22. Ну вот и все. Вот и все, в принципе. А тут можно, кстати, газосварку прийти качать. Прям вообще классненько будет. Ух ты, фитнес качался. Не бывало такого никогда. Как всегда, никогда. Разворачивайся. Так, а вот это, кстати, что за фигня? Так, это так не проверишь, нужно взять мешок и... Надо будет взять мешок.
чтобы проверить, как это работает. Так, погнали укладывать эту сначала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кстати, на крышу тоже не мешало бы что-нибудь притянуть, чтобы не оставлять пол вот типа как из досок. Баня-то ладно, баню-то можно оставить и так. Ну вот крышу гаража по-любому надо будет чем-нибудь таким подобным застелить. Может быть газосваркой опять же можно будет эти полы сделать. Наварить крышу. Так, вот 4. Я уже расстроился, думал, неужели я неправильно посчитал. Но нет, все правильно. Так, все. Красивый пол в гараже получен у нас. Осталось только притянуть стеллажей. Огромную-огромную кучу. Чтобы все было прекрасно. Так что это у меня за канистра лежит здесь. Какая-то непонятная канистра. Так, непригодная древесина. Это в баню нужно будет запихать. Вот, канистра бенза, бери. Так, выключай. Заправляй. Одну канистру. А, все что ли? Все, включай. Да, соточка. 4 дня, 9 часов. Капец. Ну, это капец. Так, канистра бензина. Подожди, снять. А, лол. Прям целая канистра улетела туда. Тогда давай вот так. А вот этой канистры давай дольем сюда. Чтобы была уже пустая. Так, переклади в ящик. Сколько у меня? 15. Я уже и забыл, что у меня настолько много топлива. 5 канистр улетело вообще мгновенно. Почти что мимолетно, можно сказать. Так, пошли кушать. Пошли кушать. Че покушаем? А давайте откроем томаты, откроем кукурузу, откроем горошек и откроем тунца. Сейчас попробуем что-то приготовить. Не, автокукинг у меня не работает все-таки. Все-таки не работает. А, вот есть автокук миска салата. Лол, подожди, сковородка. Да, давай. Дай боже здоровье тому человеку, который бы сделал эту модификацию. Просто дай боже тебе здоровье, живи вечно. Значит, и та модификация должна работать. Только не совсем понятно, что мне нужно взять для этого, чтобы уничтожать те штуки. Так, кушай. Кушай целиком. Минус 96 голода. Отлично вообще наготовил. Триллион специй сделал. Зато кулинарка будет качаться. Что тоже неплохо. Ой, не понял. А, я испугался, думаю, куда оно исчезло. Так, сковородочка сюда. Да, кстати, слушайте, мы и салатики можем... А, нет, ну тут, видишь, это надо, чтобы все открывалось. А вот, нет, стерфрай на сковороде могу делать. То есть, а чтобы вот сделать кастрюлю супчика какого-нибудь. А давай, кстати, блин, а давай. А давай, я уже слишком давно... Супчика не ел. Автокубка, кастрюля супа. Да давай, работай, родненький. Нифига себе ты там понабирал. Ты вообще все решил подобавлять туда? Бобы, овощи, сухая лапша. Слушайте, это неплохой нажористый супчик будет. Да почему бы и нет. Давай покурим, пока готовят. Слушай, мусорку, наверное, надо тащить. Банки выбрасывать. Так, давай его обратно. У меня 10 килограмм весит суп. Так, и миска у меня там была. Вот налить суп в 4 миски. Есть. Кастрюлю можно возвращать. Кастрюля супчика свежая приготовленная. Все, и в холодильничек ее. Пускай будет свеженькая. Еще можно будет и подогреть. Ой, кстати, вес бустится вообще отлично. Бля, хорош. И все-таки, а как же избавиться от этих вот тайлов?
Что мне для этого нужно? Вообще, какие инструменты можно было бы взять? Ну, топор, ну, по идее, должен быть топорик. Должна быть лопата. А может быть и кувалда. Давай вот возьмем в обе руки кувалду. Уничтожить. Не, не работает. Кувалда не катит. Перекладываю в полки обратно. Может, топор для рубки деревьев? Та ну нет, тоже не работает. Модификация гадость, она не работает. Не. Ладно, разберемся в будущем с этой проблемой. Хотелось просто от тайлов вот этих избавиться непонятных. Которые в ванильном зомбоиде почему-то разрабы не добавили возможность, чтобы это можно было все дело исправить. К сожалению. Так, это мешок гравия. Вот это у меня как раз таки гравий, а вот это вот песочек. Вот гравий. Кстати. Кстати говоря, мешочек гравия. Давай-ка возьмем его. Его ж можно рассыпать прям вот на эти клетки. Нет, это не то. Вот как раз таки гравий. Да. Ну и вы вообще представляете, сколько этого гравия нужно будет понабирать? Какой адекватный человек будет вообще этим заниматься? Какой адекватный человек возьмет вот лопату, возьмет лопату в обе руки и будет вот подобным заниматься? Так, это гравий, а вот это... А, это асфальт просто. Это просто асфальт. И тут гравий. Но его треугольником рассыпать нельзя. И тут гравий. Ну, погнали к соседу. Погнали к соседу. У соседа тут гравий был. И гравий... Вот, по-моему, гравий. Да, набирай. Сейчас украдем у него весь гравий. Хотя, кстати, я смотрю, можно вот этих, от этих трещин, наверное, избавляться. Просто набрал, а потом высыпал обратно. Можно и так сделать. А люди потом задают вопросы сингла. Зачем ты вообще мешки набираешь? Для каких целей? Так вот, ребят. Вот для каких. Я сам не знал, а вот теперь знаю. Так, давай-ка. Кстати, можно вот эту дорожку будет тоже засыпать. Сделать, засыпать гравием, чтобы было красиво, чтобы не было трещин. Так, ну тут дорожки уже будут такие непрерывистые. Рассыпай. Видите, тут просто тайлы такие. Соединенные с этим, а теперь будут не соединенные. Ну я, в принципе-то, и не против. И так тоже пойдет. Зато дорожка будет загляденье. А вот, кстати, а если сделать вот так? Раз, два, три, четыре. И вот просто рассыпать обратно. Да, так работает. Нашли починочку. Так, рассыпай гравий. Знаете, о чем я теперь жалею? То, что я не добавил модификации. Есть модификация на починку вот этих вот трещин. И на починку асфальта цементом. То есть цемент теперь имеет смысл вообще лутать и где-то его искать. Ой, как просится здесь продлить дорожку. Ой, как просится. Но, наверное, не сегодня. Блин, прикольно. Прикольно, я и забыл про этот способ. А сложно забыть то, о чем ты не знал еще. То, что это так работает. Я не знал, что можно поднять вот эти с трещинами. Трещины то, что не останутся. Я думал, это как отдельные тайлы просто появляются. Но нет. Но нет. Так, ладно. Разговаривать — это не мешки ворочить. Фраза немножко по-другому звучит, но это суть не в этом. Так, банька у нас на месте. Добавить топливо. Две штуки. Вот, вот этой вот фигне я хотел избавиться. Как это сделать? У меня, по-моему, все есть. Молоток, отвертка, лопата. Я уже все перепробовал. Надо будет у гениального разработчика этой модификации будет спросить, а как это так? А шо, а где, а куда, а зачем, а почему? Так, червяков еще накопал. Да ты шо, можно просто перебирать эту фигню, червяков накопаем?
Тоже неплохо. Так, но это бетон. Бетон, а это асфальт. Это я переделывать не буду. А что я буду переделывать? Правильно. То, что я и хотел. Я хотел построить ворота. Я хотел построить ворота на въезде. Но мне для этого нужны петли. Петли у меня были здесь, если я не ошибаюсь. Нет, у меня была тут одна дверная петля, а мне их надо 4. Давай одну петлю бери. Из и этого дверного... И дверные ручки нужны будут. А, и гвозди, кстати. Гвозди, кстати. Гвозди у меня где-то лежали так. Вот, вот они. Да, бери сразу жменю. Погнали добывать все вот эти нужные дела. Так, тут уже нечего взять. Тут, наверное... Нет, тут еще поставались двери, слушай. Не-не-не, разбирай. Так, еще одна петля. А, ручка не выпала. Тоже неплохо. Так, а вот все остальные двери я и не трогал. А, лол, стоп. Стоп. Еще одна ручка, еще одна петля нужна. Она тут, она есть? Да, тут есть и ручка, и петля. Вообще шикарно. Вообще шикарно. Вот это вот вообще не дело, то, что остались гвозди. Доски, кстати, тоже можно тут пособирать. Непригодную древесину. То же самое. Чище будет. Чище будет, и компику проще будет. И листы металла. Вот свинцовая труба. Ну, свинцовая труба такое. В мусорщика превращаюсь, получается. Так, и тут еще петли остались. Ладно. Лишнее спрячем. Пойдет в хозяйстве. Мало ли, что я еще там захочу построить интересного. В жизни всяк бывает. Досочку давай сюда, эту досочку давай сюда. Непригодную древесину бери. Зимой будем греться. Прям зимой, когда будет прям зима-зима. Прям зимушка-зима. Так, пойти сюда. Так, и построить деревянная двойная дверь. Сделать так лучше или сделать вот так лучше? Наверное, давай вот так. Можно было бы вообще двойные сделать, если бы они открывались в разные стороны. Но они так не открываются. Так что делаем вот так. О, видите? Я бы построил бы еще и двойные. Но не сегодня. Так. Делай так. Потом делай вот так. Дальше. Стенка третьего уровня. Раз. Стенка третьего уровня. Два. Что-то еще здесь просится сделать. А я знаю, что просится. Деревянный ящик. Один. Второй. И заборчики. Маленькие. Раз. И два. Тут то же самое. Раз. И два. Прекрасно. Вход защищен. Ну, почти. Зомби, если начнут есть двери вот эти, то, конечно, там ничего защищено не будет. Так, и с обратной стороны там тоже у меня проходик был, но тут немножко сложнее в этом плане. То, что здесь проход в два тайла. Здесь проход в два тайла. Стены, подожди, двери, ворота, дверная рама, дверная ручка. Ну, слушайте. Наверное, сделаю я вот так. Да, я сделаю вот так, наверное. Или лучше нет, или лучше в эту сторону. Да, вот так сделаем. А здесь просто стенку построим. Давай, деревянный каркас стены. Стеночка. Раз, хлоп. И сюда же ящичек. К этой стене раз. И заборчик. Жух и жух. Осталось сделать двери, но у меня для этого не хватает материалов. А не хватает дверной ручки мне. Все как и всегда. Так, 20:10 уже так темно, но зато как здесь светло. Уф. Прям прекрасно. Так, а что я выкинуть хотел? Вот, консервные банки хотел выбросить. Так, вот это закрою. Не надо двери оставлять открытыми. Так, это
Включено, хорошо. И покушать супчика. Супчика хочу покушать. Давай, пей. Да, кушает ложечкой. Ля как сёрбает. Ля как сёрбает. Приятного аппетита. Миску на место. Мне само нравится, что тарелки мыть не надо. Сразу все выедает. Так. Это давай сюда. Пошли спать. Спокойной ночи, Гарри. Гарри Рыжий Винстон. Рыжий Винстон. Звучит, слушайте. Так, ну вот персонаж и поспал. Да, наверное, я тоже пойду спать. Поздно уже. Всем большое спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.